Привет, Санек, доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. На, держи. Чего? Ну как чего? Уже что ли? Сань, это очень полезная вещь. Подожди, до этого еще дойдем. Я понял, к чему ты. Ты, как обычно, ничего не нарисовала за это лето. Ну, я, во всяком случае, придумала, что можно нарисовать. Придумала? Конечно. Ну, друзья, сегодня у нас в гостях Таня Долматова, художник, которая нам поможет быстро и оригинально рисовать различные вещи. Таня, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Мы уже помним, что стаканчик можно использовать для рисования. Можно. Да? Это вы большие молодцы, да, что запомнили мои предыдущие уроки. Да. Что мы сейчас будем делать? Что мы будем рисовать? Давайте фрукты. Время фруктов уже. Действительно, да. Урожай. И это вкусные, сочные фрукты. Да. Так, с чего начнем? И в этом нам поможет кружочек. Кружочек. С чего начнем? Не знаю. Ну, можно взять, например, красный маркер. Да, красный маркер. Если кто боится сделать ошибку и неровно нарисовать кружочек, можно пользоваться не маркерами, а простыми карандашами. Для а потом начала. Уже разукрашивать. Да, для так, начала. Берем. Да, обводим просто кружочек. Обводим. А что из кружочка будет тут? Сейчас посмотрим, что у нас там с тобой выйдет из кружочка. Давай кружовник. Какой кружовник? Начнем с простого, да. Так. Затем. Чуть выше серединки улыбочка. Так, улыбочка. Небольшая. Ага. О! Так, погоди. Ты. У меня коричневого нет, ладно, капа, черненький будет. Черненький. Черенок это будет. Черенок. Это, да. Черенок, да. Так. И еще. Листочек. Листочек, все верно. Что у нас с вами получилось? Ну, это может быть вишенка, может быть яблоко. Это крупная вишенка. Черешня. Черешня. Черешнища. О. И маленькое. Ну, яблоко. Яблочко, да. Хорошо. Да. Супер. Хорошо, супер. Яблоко. А главное, кружочек. Яблоко. Да. Яблоко. Так, далее. Очень быстро это все делается. Снова берем кружочек. Можно взять, например, сейчас зеленый маркер. Ага. Давай, бери зеленый. Зеленый берем. Обводим. Сейчас это точно кружовник будет. Кружовник. А может быть... Ой. Есть у меня подозрение, не кружовник это получится у тебя. Арбузище? Ну, с твоим маленьким прямо стаканчиком так, вы... арбузенок. Да. Чуть сверху по центру или немножко вбок. Ага. Такая спиралька, завиточек. Ну, точно. Да. О! Хвостик арбузята. Чуть покрепче. Хвостик уплотняем начало, да, точно. Чуть толще. Угу. А затем несколько волнистых линий поперек кружочка. Любые. Сверху вниз. Mm-hmm. Ширина тоже может меняться, расстояние между линиями может меняться. Много? Ну, тебя, конечно, он больше на кружовник похож. Ну, это что хотели вы увидеть. Да, то, что хотим, то и видим. Да. Нет. Разные оттеночки зеленого можно использовать. Ой. Все, арбуз готов. Ну-ка, покажи. Действительно, ну, не спутать. Да, арбуз. Класс. Что еще мы сможем нарисовать? Берем. Свежевыжатый апельсиновый сок летом, да, значит, апельсин. Например, можно. Как апельсин нарисовать? Рисуем кружочек. Опять кружочек, конечно. Большого секрета нет, да? У меня оранжевого нет, у меня будет красный апельсин. Можно, да, есть такие, да, все верно. Маленькие такие дуги. Начинаем сверху, снизу. Сейчас. А, это как долечки у нас получаются. Разрезанный. Да. Находим серединку. Так, да. Нашли серединку. Разрезанный. И сейчас соединяем. Ой, как здорово. Ну, все понятно. Да. Все. Сеньор апельсин у меня получился тоже. Сейчас покажу. Давай. О. Ну вот. Действительно, ну да. Все, капа, стол вот. Накрыт. Смотри, так, яблоко, кстати, арбуз. Фруктовый салат готов. Держи. Давай. Все, Тань, спасибо тебе большое. Мы обязательно еще увидимся и научимся еще рисовать что-нибудь с помощью круга. Главное, кружочек. Кружочек, думаешь? Да. А может, что-то еще Таня нам придумает? Конечно. Да. Спасибо большое. Таня Долматова у нас в гостях. Ждем встречи снова. Пока-пока. Пока-пока.